день государственного флага России. Все жители многомиллионной страны, затаив дыхание, ожидают подъема флага. А нам с вами выпала честь прикоснуться к огромному триколору. Несут самолеты российские собственный флаг. И путники знают, что Родина помнит, как будто о них, посылая в дорогу им памятный знак. Загадывать впредь мы не будем. Дорогие ивангородцы, от всего сердца примите самые добрые и искренние поздравления с нашим национальным праздником – Днем Государственного Флага. Наш российский триколор имеет огромную историю. Под этим знаменем осуществлялись огромнейшие победы, свершения, строились дома. Наши спортсмены достигают огромных результатов, и мы вправе гордиться нашим флагом и нашей страной. И пусть этот замечательный флаг развивается гордо и незыблемо на территории всей нашей страны, от Балтийского моря до Тихого океана, вверяя в нас уверенность в светлое, независимое и стабильное государство. Я искренне желаю всем вам здоровья и благополучия, а нашей замечательной стране процветания и мира. Россия!